Хотим показать небольшой обзор проделанных работ на данном объекте. Двухэтажный дом, переделка. Дом несколько лет уже работал, функционировал. Заказчику что-то не понравилось. Не понравились трубы, какие лежали в полу, и на отоплении, и на водоснабжении. В общем, решили все переделать. Ну, вкратце, сейчас поставили инсталляцию, уже после стяжки. Оставляли себе место специально, чтобы не засверлиться в трубы. Инсталляция гроя, трасса канализации водопровода на второй этаж пошла. Разводка частичная по потолку. Старые отверстия доработанные. Вот. Выходы на душевую кабину. Заморожены. Заморожены через планку. Все оси соблюдены, все хорошо. Трапик будет выставлять плиточник под свою ось, будет делать разуклонку. Кусок теплого пола. Здесь теплый пол выполнен металлопластиковой трубой на пенопласт с бабышками. Так выглядят выхода на раковину и на стиральную машинку. Есть старые отверстия. Мы делали свои новые. Все замазали. Точно так же через планку все заморожено. Все ровно. Двигаемся дальше на кухню. Два радиатора, высота 30 сантиметров, длина 1,80 м. В помещении теплые полы. Полностью все закатано вместе с кухней. Выходы на мойку и на посудомойку. Две канализации, одна на раковину, одна на посудомойку. Будут подключаться сифоны отдельные, чтобы это все классно работало. Так выглядят трассы отопления, которые поднимаются на второй этаж. Все утеплители, шраба ровненько, аккуратненько, все размерено. Сейчас пойдем наверх. Это уголок под лестницей, тут смонтирован наружник-коллекторный шкаф. Он уже был у заказчика, стоял изначально. Переставили его из цоколя вот сюда, под лестницу, подключили теплые полы. Все с расходомерами, все ровно, красиво, аккуратно. Когда заполним систему водой, настроим все расходы, исходя из нашего проекта. Вот мы поднимаемся на второй этаж. Это основной коридор. Здесь теплый пол. Радиатора нет. Это коллекторный шкаф второго этажа. Все теплопольное. Один выход лишний, потому что у заказчика уже был этот коллектор. Решили его оставить. Это санузел второго этажа. Выход под унитаз. Здесь будет обычный напольный унитаз. Водорозетка выставлена на шинку. Пока подпенили, потом часть расковыряется, чтобы замазать гипсом. Это временное решение, чтобы заполнить пустоты. Штраба нам досталась вертикальная от предыдущих монтажников. Здесь была 50-я фановая труба, мы ее чуть расширили. Поставили правильную трубу. Чуть-чуть подмазали, отделочники потом сказали, доработают все сами. Выход на ванну, все замазано через планочку, точно так же по осям 15, все хорошо. Выход канализации, заподлицо с полом, все аккуратно. Так, это у нас выход на раковину. На раковину выхода делали, исходя из размеров заказчика, раковина куплена. Все подгонялось под нее. Это старые штробки. Это у нас трасса с первого этажа приходит, радиаторная трасса, трасса теплопольная. Все замотано, тройнички спрятаны, тройнички латунные, ничего их никуда не съест, никакой коррозии. Это опуск вниз, ну или подъем со второго этажа, с первого этажа на второй. Большой перехлест на радиатор. И вот наше подключение. Это мультифлекс. Разные трубки латунные подключены через переходники рехау. Все, шаровые краны. Балансировка у нас будет на самом радиаторе, на термоголовке.